В эту субботу «Тотальный диктант» в Сыктывкаре. Понятие культуры без понятия грамотности, оно невозможно. Поэтому каждый должен быть грамотным. И как говорила Фаина Раневская, что ошибки орфографические в письме, как блоха на чистой блузке. И вот в данном случае, я думаю, что мы все имеем такую возможность, такой бесплатный тест-драйв на грамотность. Я думаю, что каждый должен этим воспользоваться. 6 апреля, я думаю, каждый должен постараться прийти и проверить свою грамотность. Акция пройдет в корпусе Сыктывкарского государственного университета по адресу улица Катаева, дом 9. Начало диктанта в 15:00. Организатор Сыктывкарский государственный университет. Генеральный информационный партнер проекта – агентство БНК.